Всем привет. Всем привет. Меня покусали. Не обращайте внимания, потом расскажу, кто и при каких обстоятельствах. Мы сегодня едем с Настей и с моей подругой в самый пострадавший район Харькова, на Салтовку. И будем вам показывать всю эту обстановку, которая там. Страшно, ребята, тут громче намного. Мы сейчас будем ехать в один из самых пострадавших районов города Харькова, на Салтовку. Будем вам показывать. Ну, вообще страшно, реально. Очень страшно, тут громко. Все, мы приехали на Салтовку. Сейчас покажем укрытие. Надо просто так, вот так вот заходить. Песок. Wi-Fi есть. Да, а что, там еще дальше? Ну, чисто тут. Ну, хорошо. Молодцы. Камера. Такое тут укрытие. Вот. Наталья Живи, 86. Это только первый дом. Это просто ужас. Кошмар. Кошмар. Ставьте, там были люди. Кошмар. Камера не передает вообще. Все это. Ужас. 16-этажка, да? Освободители. Ужас. Просто нет половины дома, реально. Там, конечно, тоже, видите, окна повыбивало. И хоть как-то заколотили. Это тоже. Кого-то надо освобождать. Просто люди жили, никого не трогали, никого никто не трогал. Нет, надо было прийти и такое сделать. Сколько людей погибло просто. Вообще, ну это ужас. Телефон мобильный чей-то. Бедные люди. Сколько таких домов?
Вот, просто паспорт. Паспорт. Бабушки какой-то паспорт. Просто твари. По-другому не сказать. Это даже еще мягко сказала я. Ужас. Лед, но починили. Это сразу он. Только сильно потрогали, знаете? Чего? Карантин. Нет, уже нигде ничего не завалялось. Кстати, да. Холодно вообще. Ну да, там полно выборочно. Вот, пожалуйста. Чья-то просто была комната. Ребенка. Просто. Может, это даже кухня. Потому что он как шкафчик, как будто кухня. Просто ужас. О, вот я приблизила. Ну да, это комната. Кошмар. Там садик или школа. Вот. Кошмар. Не-не. Не-не-не. Это же на три. Вот, это тут. Садик или школа была.
просто каждый дом пострадал, каждый. Каждый дом пострадал. На Салтовке вообще. А, ну да, я помню. Было такое. Я думала, что попадет. Салтовка – это самый большой спальный район Харькова. Просто представьте, сколько здесь жило людей, сколько здесь погибло людей от освободителей чертовых. Какой? Кошмар. Все буду Украина. А, костры, да, точно. Отвалится. Да, ну, да. Был шикарный район. Вон эти уточки плавают. Люди тут себе спокойно жили, гуляли. Я в шоке просто. И вот на фоне сгоревшие дома. Ну вот вообще. Люди в один момент лишились всего. Кто-то зарабатывал на эти квартиры, я не знаю, трудом и потом. Кто-то даже не успел пожить, а просто в один момент все, человека нет. И сколько здесь таких людей погибло? Ну, я в шоке. Даже не говорить о материальном, о квартирах, да, там о каком-то имуществе, о машинах. А жизнь, сколько просто забрали человеческих жизней. И вы будете говорить, что это все придуманный бред. Вы просто зомбированные, те, кто так думает. Вон Настя еле сдерживает себя. Нам хочет не тяжело попить. Очень. Я просто, знаете, не придать картинку, да, когда ты вживую приехал, сейчас чувствуешь эту пустоту. Это атмосфера и на голове. Что люди под завалами остались. Белка. Вот, видите, животное. Белка. Я держусь просто на руках. Я даже, мне кажется, тут даже ничего не надо говорить без слов. Мне очень тяжело.